второй раз от малого к великому международный форум открывает свои двери. Особенность этого форума – это направленность на молодежь. Вторая часть работы организаторов – это молодежное предпринимательство. 17 числа, я думаю, наши финалисты удивят не только бизнесменов Витебска, Витебской области, но и то международное сообщество, которое приедет к нам на форум. Это 11 иностранных делегаций на сегодняшний день, еще 2 недели работы. Будем надеяться, что количество иностранных делегаций будет увеличено. Форум уже стал доброй традицией для нашей области. Он позволяет открыть возможности прежде всего для тех, кто решил начать свой бизнес или имеет какие-то идеи, которые могут быть воплощены. Я думаю, что такой форум, он является отправной точкой для многих начинающих бизнесменов, позволяет сделать правильные выводы и принять правильные решения. У нас в республике 6 свободных экономических зон, и все свободные экономические зоны работают в одних условиях, то есть законодательство для всех одинаково. Вот. Мы привлекаем место расположения, во-первых, это логистика, которая Витебская область граничит с Прибалтикой и с Россией. А также на нашей территории есть свободные как земельные участки, где можно строить новое производство, так и производственные площади, которые можно брать в аренду и организовывать новое производство. Все будем делать для того, чтобы искать всяческие формы этой поддержки. Инкубаторы, фонды поддержки, поддержка из инновационного фонда, поддержка из программы развития. Это то, что касается финансовой поддержки. Ну и всяческие бюрократические препоны. Какая-то вот это наше авторитарное прошлое, которое нам мешает, что бизнес как бы может сам развиваться. К сожалению, не может. Поэтому мы должны всячески ему помогать на пути его становления. 17 ноября в 9:30 начало работы мероприятий международного форума «От малого к великому». Форум начнет свою работу с финала конкурса «Проекты без границ». В 9:30 в культурно-развлекательный центр «Планета» мы ждем предпринимателей, руководителей бизнеса. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.